Кстати, вот пришли еще инсайты. В ближайшее время выложу примеры гипнотических сеансов на разные темы. И самое главное, то, что людям отравляет жизнь чужеродные паразитические программы, вот, которые делают из человека раба, уничтожают дух, такие как страх, обида и вина. Вот. Если вы чувствуете, испытываете такие чувства, как обида, вина и страх, то я представляю, какой ужаснейший ужас вы проживаете. Вот, они вам очень сильно мешают жить, трудиться. Это срочно надо эти программы убирать. И я как раз терминатор этих программ. Как только вы их удалите, ваша жизнь превратится в наполненное смыслом, вот, в наполненную смыслом, хотел сказать, существование, жизнь на полную, ресурсное состояние, в котором хочется жить, творить, достигать, побеждать. Так что в ближайшее время ждите на этом канале эти сеансы. Они, конечно, будут сильно урезаны. Это не означает, что прям я вам там все вычищу, но вы хотя бы увидите, что такое, ну, гипнотические состояния. Просто безумное количество у нас каких-то оболганных, каких-то мифов. Вот, люди на основе какого-то там цыганского гипноза, когда у кого-то там отнимают там чего-то, вот, телефоны, какое-то имущество, деньги, думают, что вот так вот гипноз, что это какой-то способ манипуляции. Кстати, вот сейчас через некоторое время вообще запишу ролик, который будет называться «Мифы о гипнозе», а потом уже в других состояниях, там под музыку. Вот. Если захотите, я вам сделаю глубокое погружение. Вы увидите причину ваших деструктивных программ, где они находятся. Что-то, конечно, мы даже удалим, но так как я лично вас не знаю, то лично ваш корень я могу убрать только при личном взаимодействии. К сожалению, не существует. Как вот представьте, ну, допустим, у вас автосервис, к вам пригнали 100 автомобилей, вы не можете одним и тем же инструментом починить все, потому что в этом поломана там электрика, в этом поломана там, например, там ступичный подшипник гудит, да, в этом там какой-нибудь электромоторчик поломан, и вот одним действием вы не сможете все убрать. Но, так сказать, вы хотя бы поймете в общих очертаниях, что там надо делать. А так, без оператора, конечно, без гипнотерапевта, вот, у которого есть намерение, инструменты самому прям там себя изменить, поправить, конечно, невозможно убрать все. Это надо эти иллюзии убрать. Вот, у меня за спиной у самого, мне провели там десятки и десятки сеансов, и все еще продолжаю там убирать. Бывают триггеры, ощущаю то, что какие-то из деструктивные моменты испытываю. И также обращаюсь к специалистам, и меня также тоже глубоко пролечивают. Так что пока на этом ролик все, а сейчас запишу миф о гипнозе.